Ну что, проверка камеры. Что у нас тут снимает? Плохо видно, солнце бьет. Вот у меня донышки закинуты. Сейчас я вам покажу свои подставочки, как я их использую. Вот у меня стоит три спиннинга на стойках. Стойки. А между стойками, четыре стойки, между ними натянута резинка. А, такая детская резинка, которой дети играют, прыгают через нее. Вот она закручена. Посередине колокольчик и сверху спиннинг ставлю. То есть не надо мне постоянно колокольчики снимать, одевать. При поклевке происходит вот такое. То есть все видно. И оно компактно. То есть рядом с ними садишься на стульчик, наверное, очень хорошо ночью. Вот. Раз. Колокольчик, стойка закручена. Два, три и четвертая стоечка. Вот такая вот. Не знаю, может кому-то понравится, будет использовать. Раз установил и все. Ловишь себя, подсекаешь, ничего не звенит, людей не раздражает, себя не раздражает. Да. Ох, природка. Да, тут такое. Камыши, болотца. И река. Я ловлю только на диких водоемах. На платниках. Уже и забыл, лет 20 назад, наверное, был. Все. Реки малые, реки большие. Реки средние, как говорится. И природа тут повеселее. И народу мало. Хотя бывает такое вклев, что место нельзя занять. Да, сегодня 11 октября 2014 года. Да. Покажу свое шикарное кресло. Тут еще пару слов хочу про него сказать.